Ребята, всем привет! В этом ролике я вам расскажу про обрешетку, про основание под фальцевую кровлю, которые надо учитывать, потому что есть множество нюансов. В качестве основания под фальцевую кровлю обычно используют деревянную обрешетку, которая должна иметь влажность древесины меньше 20% при номинальной толщине 24 мм. Также иногда в качестве основания под фальцевую кровлю используется плиты ОСБ или фанеры. Также иногда бывает, что вместо древесины или плиты ОСБ или фанеры используются плиты ЦСП, профнастил или металлический профиль. Это связано с противопожарной безопасностью. Ребят, тут остановимся на деревянной обрешетке, где есть в ГОСТах, в СНИПах кое-какие нормативы. Да? Они примерно вот такие. То есть, если у вас кровля с наклоном от 0 до 25 градусов, вы должны использовать только сплошную обрешетку. Если от 26 до 35 градусов, расстояние между досками должно быть 50 мм. А если 36-45 градусов, 100 мм. И 46-70 градусов, 200 мм. Ребят, ну в любом случае под фальцевую кровлю всегда, конечно, лучше основание из сплошного настила. Если вы экономите и делаете разряженную обрешетку, то какой эффект от этого получается? Я об этом вам скажу. То есть, когда у вас сделана система, стропила, контрабрус, разряженная обрешетка, и вот зеленым нарисован металл. Что получается? Что когда идет дождь, возможно, там град, да, попадая в эти точки, то у вас шум будет больше. Почему еще говорят, что металлические кровли шумят, а, допустим, битумные кровли, типа мягкой черепицы, да, типа экопал, что-нибудь такое, они не шумят? Потому что у них основание сплошное. Плюс еще под самой этой гибкой черепицей еще есть подкровельный ковер. Конечно, они будут бесшумные. И если под фальцевую кровлю сделать сплошное основание и сделать разделительный слой, вот этот ковер, да, то, соответственно, и шума тоже будет намного меньше. Также, когда у вас разряженная обрешетка, какой еще есть эффект? У вас есть продух. Давайте возьмем другой фломастер красный. У вас есть между контрабрусом, сюда заходит забор воздуха, да? И, соответственно, когда сюда попадает воздух, вот это пространство, то здесь создается разряженное давление воздуха. То есть, что это значит? Что заходящий воздух отсюда, он поднимает через эту разряженную обрешетку металл, то есть создается давление. А сверху, допустим, тот же самый ветер, дует его сверху, и получается, что у вас бывает от ветра, когда ветер, кровля начинает шуметь, она начинает вот так вот подпрыгивать. И какие могут последствия? Крепления, которые держатся на клямерах, да? Когда у вас будет все время вот так вот металл прыгать от ветра, то эти места могут постепенно расслабляться, и в какой-то момент просто может у вас кровлю унести. Теперь я бы хотел заострить внимание на некоторых таких вещах, как, допустим, толщина обрешетки. Почему я вначале сказал, что минимум 24 мм? Связано это с тем, что когда, допустим, доска, имеющая, допустим, 22 мм, я вам сейчас покажу это все, крепится клямер, да, на кровлю, под фальцевую, крутится саморез сюда. Важно, очень важно, чтобы саморез, который вы крутите, не проходил насквозь обрешетку. А минимальный саморез, который вы можете использовать для крепления клямера, он составляет 25 мм. И я сейчас объясню, почему. Связано это с тем, что когда у вас меньшая толщина обрешетки, ну, допустим, как вот это, 22 мм, прикручивая саморез
минимальный 25 миллиметров, или я закрутился, допустим, еще 35 миллиметров, да, саморез, то снизу они, получается, проходят насквозь. И что будет потом, когда у вас саморез, давайте нарисуем его красным, прошел сквозь дерево или плиту USB, да, неважно, то у вас потом весенний, осенний период, в период заморозков на металле снизу, на этом саморезе будет образовываться вот так вот пучком иней. То есть влажность конденсируется на металлической поверхности, и здесь она образовывается, такая пушинка большая. Чем это грозит? То есть влажность, мостик холода образовывается, и потом вот здесь, вот в этом месте, начинается разрушение дерева или плиты. Поэтому очень важно, когда вы выбираете обрешетку или плиты для основания, для фальцевой кровли, вы должны брать доску не менее 24 мм, а лучше 25, а лучше вообще 30 мм. И также плиты тоже надо брать не менее 24 мм. Потому что саморез, который, допустим, брать в 20 мм, это будет, ну, плохое крепление кровли. 20-миллиметровый саморез. Минимальный 25 мм. Друзья, ну и я вам сейчас немножко расскажу из своего опыта, как у нас проходят вообще вот объекты, да? То есть, допустим, заказчик нам звонит, говорят, нам нужно сделать фальцевую кровлю, у нас уже готова стропильная система, контрабрус, обрешетка, и надо сделать фальцевую кровлю. Хорошо. Мы приезжаем на объект. Что надо сделать? Надо проверить, как сделали плотники основание под фальцевую кровлю. Тут я хочу сказать, что мы сами не занимаемся плотничьими работами, не делаем стропильную систему, не делаем обрешетку. Все это должны делать плотники. То есть мы занимаемся своей работой, то есть с металлом, да, и фальцевой кровлей. Плотники должны заниматься с деревом. Обычно, когда делают и то, с одной стороны, это хорошо, потому что ты сразу делаешь, если знаешь, как делать фальцевую кровлю, знаешь, какое должно быть основание, ты делаешь хорошо, сразу под себя. Но когда делают плотники или какие-то люди, которые не разбираются в нюансах фальцевой кровли, как обычно, они в каких-то местах, ну, грубо говоря, косячат, да? Поэтому на что вы должны обратить внимание? Во-первых, на объекте должны стоять строительные леса. Без строительных лесов мы, наверное, на 99,9% мы откажемся монтировать фальцевую кровлю. Потому что только со строительных лесов можно сделать хорошую качественную кровлю. Я вообще рекомендую, когда дом когда строится и когда уже вышли на этап мурлата, уже по периметру ставить строительные леса, потому что будет это и плотникам удобно работать, ну, соответственно, и кровельщиков. А потом с этих же лесов можно будет делать и фасад дома. Так вот, когда мы пришли на объект, стоят строительные леса, мы забираемся на леса и на что обращаем внимание. Во-первых, когда сделана система, обрешетка. В большинстве случаев мы просим делать сплошную обрешетку. И, скажем так, вот ее здесь контрабрус, стропилина стоит, да? Мы смотрим отсюда, то есть с этого ракурса, чтобы обрешетка была ровная, то есть по ниточке шла ровно. Если она будет, сама доска может быть кривая, да, либо если здесь сделано стропило с каким-нибудь шагом, грубо говоря, не шагом, а, ну, то есть криво, не в линию стоят, то возможно, что у вас потом доска пойдет, ну, как бы вот так вот криво, да, в каких-то местах, на какие-то миллиметры.
Что будет в конечном итоге? Когда вы поставите капельник в это место, я могу сказать, что металл, он подчеркнет все изъяны, основания, которые были допущены при монтаже или подготовке основания под фальцевую кровлю. То есть металл, он все подчеркивает. Поэтому вы должны посмотреть, есть ли какие-то изъяны, если они есть, то их надо устранять. То есть вы доводите до заказчика, что вот есть такая проблема. И в конечном итоге, конечный ваш продукт в этом месте будет иметь неровности. Потому что, как я и сказал, металл только все подчеркнет. Далее, ребят, вы смотрите, чтобы в каждой доске было как минимум два самореза или два гвоздя. Да? Я говорил по поводу саморезов в ролике про карнизный свес, что, во-первых, черные саморезы использовать нельзя, обычные гвозди использовать тоже не рекомендуется, я об этом тоже говорил. Если кто не смотрел, посмотрите, какие саморезы надо применять. Далее, вы должны посмотреть, чтобы у вас, как я сказал чуть раньше, не было провисов и не было, когда бывает, что доску свернуло в лодочку, да, и бывает, что край так вот торчит доски. С чем это плачевно? Это когда у вас ляжет металл, и вы во время работы будете ходить по кровле, и наступив в это место, в это ребро, соответственно, появится след, то есть будет прогиб, и это будет очень некрасиво смотреться. Далее, вы смотрите как саморезы, которые закручены, так и чтобы они не выпирали вот так вот за обрешетку, потому что по тем же причинам, как и с доской, они проявятся все сквозь металл, даже, возможно, будет дырка. Поэтому все саморезы, если используются гвозди, то они должны быть утоплены все в обрешетку. Я взял такой кусок металла, это с малым фальцем, и, допустим, у нас картина идет вот с такой неровной обрешеткой. Когда вы ставите, то есть здесь вы уже зафальцевали, здесь ставите клямер. И когда у вас неровная обрешетка, во-первых, здесь есть, скажем так, пространство, которое быть не должно. Вот. И когда вы ставите клямер, он уже не достает до самой обрешетки, но вы все равно прикручиваете туда саморез. Что получается? Если отпустить картинку, то она вот поднимается. То есть клямер ее натянул. Соответственно, потом, когда вы будете монтировать кровлю и не исправите ничего с обрешеткой, то у вас потом на кровле будут такие волнения сильные. Это один из факторов, когда кровля очень сильно волнит. Это неровность обрешетки. Ребята, для чего это я вам все вот показываю? Потому что, когда приходите вы на объект, вы, по сути, обязаны принять работу за плотниками. То есть вы должны прийти на объект, вы должны его полностью осмотреть, проверить все плоскости для того, чтобы, когда вы приняли уже все основание под фальцевую кровлю у плотников, вся ответственность потом за какие-то моменты будет лежать на вас. То есть вы также должны не только все эти недочеты уже зафиксировать, также вы должны либо с плотниками пообщаться, чтобы они исправили это все, либо, если уже плотников нет, то об этом рассказать заказчику, потому что когда вы смонтируете кровлю и будут эти неисправности в основании, то кровля не будет иметь идеальный вид. Все эти косяки, они вылезут наружу. То есть они будут в виде волнения, либо каких-то там
перетяжек, да? То есть это все кровля сразу покажет. Поэтому перед тем, как начинать монтаж фальцевой кровли, вы должны вот эти вот моменты все учитывать. Это все, что касается основания из доски. Теперь давайте я вам расскажу про основание из плит ОСБ или фанеры. Ну и давайте рассмотрим, когда применяется плита ОСБ или фанера, да? То есть у нас есть стропила, есть контрабрус, есть обрешетка, которой потом прикручивается фанера. Во-первых, хочу сказать сразу, это нифига не дешево для заказчика. Почему? Потому что в любом случае набивается обрешетка, и в любом случае потом идет фанера, которая должна быть, как я сказал, выше 24 мм минимум. Во-первых, при применении ОСБ или фанеры вы по нашему ГОСТу, по нашему своду правил, должны применить разделительный слой как объемно-диффузионная мембрана, ОДМ. Мы в следующем ролике, когда будем разговаривать про разделительные слои, там я подробно об этом расскажу. И что же получается, что применяя мембрану, фанеру и мембрану, которая имеет такая волосистая, я в следующем ролике покажу, как она выглядит, которая стоит ориентировочно сейчас, точно не могу сказать, но в районе где-то 800-1000 рублей за квадрат. То есть вы покупаете все равно доску на обрешетку, вы покупаете фанеру, и вы в любом случае покупаете ОДМ. То есть если это все сплюсовать, то у вас получается очень дорогое основание. Я считаю, что лучше эти деньги потратить на хорошую калиброванную доску для обрешетки сплошной, вот, и купить потом разделительный слой более дешевый. То есть, и, скажем так, она будет лучше, сама система будет лучше, чем с применением фанеры или ОСБ. Далее, еще какой момент. Если вдруг вы приобрели ОСБ или фанеру, допустим, там 9 мм или 15 мм, и положили ее сюда, ее надо либо наращивать для нужной толщины, либо, если заказчик будет экономить, как я сказал выше, что нельзя, чтобы саморез проходил сквозь ваше основание, то есть доску или фанеру, да, то вам придется потом попадать клеймерами именно в доску, чтобы не было вот такого вот эффекта. То есть, и когда у вас уже сделана вот эта система, сделана ОДМ, то крайне сложно будет попадать саморезом, искать ее, эту доску, под этим всем, скажем так, пирогом, да? И еще немаловажный момент, расстояние вот этой самой доски, которая, то есть шаг клеймеров в каких-то зонах, он имеет свои стандарты, расставление этих клеймеров имеет свои нормы. И не факт, что по нормам у вас попадет клеймер именно в доску. Поэтому, ребят, я вам опять же настоятельно рекомендую приобрести вот эту вот книгу. Это не то чтобы реклама, да, не поймите меня неправильно, то, что я вот тут пытаюсь вам эту книжку впарить, да. Просто в этой книге реально написаны все стандарты. Вы можете открыть, и в первых страницах это все со ссылками на ГОСТы вы можете использовать как информацию. Поэтому не пожалейте денег, 6000 рублей, по-моему, стоит купить эту книгу. Также я оставлю ссылочку в описании на телеграм-канал именно Владимира Шестлера, где он скидывает всякие полезные вещи, ГОСТы, которые вводятся новые, какие-то, может быть, правила, да, которые вносятся в наш ГОСТ. А так я могу сказать, что сейчас в наш ГОСТ, в наши СНИПы вводятся те же самые нормы, которые применяются в той же Германии.
Поэтому я оставлю ссылочку в описании на телеграм-канал Владимира Шестлера, куда вы можете перейти и своевременно какую-то информацию получать или, возможно, задать какие-то вопросы. Ребят, ну очень важно, чтобы вы и хотя бы каких-то знали базовые знания по поводу самого системы пирога. В интернете очень много можно найти всякой информации по этому поводу. Вы должны немного ее знать, потому что любые косяки или ошибки, сделанные другими монтажниками в кровельной системе, будь то неправильно смонтирована пароизоляция, неправильно утеплена кровля или использованы какие-то мембраны, которые не должны быть в том или ином месте, да? То есть вы должны, если есть такая возможность, увидеть весь этот пирог и выявить там какие-то ошибки, вы должны сразу же об этом сказать заказчику, потому что при ошибке в системе кровельной, в этом пироге, какой там с пароизоляцией, в утеплении или в мембране, образуется конденсат, и когда он потекет, заказчик обратится, соответственно, в первую очередь к вам и скажет, что у вас протекает кровля. Ребят, ну и будем заканчивать. В этом ролике я хотел вам дать немного той очень важной, полезной информации, не всей, конечно же, да, которая вам может пригодиться, которую вы должны учитывать. Не только тем, которые делают фальцевую кровлю, но, возможно, и заказчикам, когда они будут покупать материалы на свою фальцевую кровлю, учитывая какие-то нюансы, которые я показал. И при контроле, допустим, тех же плотников, которые делают вам основание под фальцевую кровлю. А в следующем ролике мы поговорим про разделительные слои, где применяются, как применяются, зачем применяются и все, что с этим связано. Ну, на этом все. Всем пока.